Так, парни, всем привет! В этом видео речь у нас пойдет о очистителях магнитных валов, дозирующих лезвий и других элементов картриджа. Как вы все знаете, довольно часто мы используем различные растворители типа 646, различные там обезжириватели и другую химию для того, чтобы снять остатки тонера с магнитных валов, с дозирующих лезвий и так далее. Но в межсезонье, особенно в жаркую погоду, после работы различных вот таких вот строительных очистителей, возникает такая проблема, как тонер на магнитные валы начинает налипать такой волной, и эта волна переходит на печать. Вот чтобы не было данной проблемы, приходится пользоваться профессиональными очистителями. В данном случае я вам покажу вот такой вот очиститель. Я его купил, опробовал. Очиститель компании CopyClean, или это компания, или его название, даже не знаю. В общем, вот так вот он выглядит. Данный очиститель заявлен как очиститель для тефлоновых поверхностей, нагревательных элементов, магнитных алюминиевых валов. Именно речь идет о таких валах. Дозирующих металлических лезвий, то есть есть дозирующие лезвия силиконовой полосой, а есть полностью металлические, и других металлических поверхностей. Значит, смотрите, что по этому очистителю. Очищает очень классно, то есть я ним, в принципе, доволен, хватает его надолго, расход у него небольшой, правда, плохо, что он здесь залит под давлением, и когда вы его наносите, допустим, на ватный диск, то много его распыляется мимо, можно так сказать. Но тем не менее, все эти потери терпимы. Очиститель хороший, классный. Также я его пробовал на силиконовых поверхностях. Он их не разъедает, они не становятся липкими, мягкими. То есть, как бы, не сильно он агрессивен к таким элементам. Поэтому вполне терпимо его использовать и на силиконовых поверхностях дозирующего лезвия, а также ракеля. Также уплотнительные лезвия фотовала, уплотнительные лезвия магнитного вала тоже я очищаю данным очистителем. Ничего с ними страшного не происходит. Единственное, что на 211-х картриджах Phantom, вот там уплотнительные лезвия, они какие-то очень мягкие, очень хрупкие, очень нежные. Вот если вы почистите вот данные лезвия этим очистителем, они выйдут из строя. Речь идет о уплотнительных лезвиях, то есть не дозирующие, не ракеля, а именно уплотнительные. Те рассыпаются практически сразу. А так вполне себе хорошо чистит. Цена сносная. Рекомендую. То есть в наше время, тяжелое время, где достать дешево качественную химию очень трудно, вот это вот яркий представитель вот этого вот, можно сказать, сбалансированного представителя данного сегмента, то есть цена-качество хороши. При интенсивной заправке данного объема хватает довольно-таки надолго, поэтому очень рекомендую. Всем пока.